мусор собрал. Там кто-то оставил позавчера пакет, вынес мусор, а собаки все разодрали. Женя делал перчатки, поубирал, вынес. Он прям под подъездом валяется. Все зелененькое, все красивенькое. Всем доброе утро. Жара, пришла жара, все, дождей уже не будет. Софийка с кем-то. А нету, не София. А, да, София. Девочки, так страшно. Стреляют, капец. Вообще. Вообще. Видео снимаешь? Я ж не хочу вам все время ныть и жаловаться. Ну, как шарахнет. Спать всегда страшно ложиться. Не знаешь, проснешься ты или нет. Эти дни у нас вообще особенно весело. Весело-привесело. Голову помыла, сейчас пойду укладывать. Девочки, мне надо волосы перекрашивать, потому что я замечала, после кератин может немножечко осветлять тон волос. Надо будет, потому что я смотрю, вот как-то, не знаю, замечали вы в видео, так бывает, солнце попадает. Вот я только что шла, даже увидела. Как-то коричневым бывает, отдает. Ладно, потом покрасим. Да. Сейчас пойду высушу, выровняю. Наверное, прилеты были, потому что очень громко было только что. 4 раза. Я просто переживаю Жене с Аней. Жене с Аней, господи. И тут же за Аню думаешь, за Харьков. София с Женей уехали. Особенно, когда спать ложишься, это капец. Знаете, в голове такое, как в тебе влезет в голову, такие мысли дурные. Ты не знаешь даже... Оно, наверное, у всех так. Девочки, он пишет, кто с Украины. Ну, кто живет в Украине. У всех такое. Что оно будет ночью так? Лег спать. Как насмотришься картинок, когда в жилые дома попадает, и дом рушится. И ну, это вообще так страшно. Страшно. Страшно жить на белом свете, да? Сейчас буду, сейчас позвоню своим, где они там ездят. Все, только хотела звонить, и София уже пришла, приехали. Тоже испугались, да? Не испугались? Да все пугаются. Мне не страшно. О, боже, да. Ты вся мокрая. Там нет. Жара, да? Нормально. Это я умытая, у меня все мокрое, я водой. И лицо мыло? И лицо, а, это вода. А, я думала, тут ты так, боже мой, вспотела. Ладно, все живы, все здоровы, все хорошо, жизнь продолжается. Все. Ой, смешно, но в душе не смешно, девочки. А только на видео смешно. Пойду красоту наведу. Девочки, высушила волосы Наташенька. Я до сих пор не налюбуюсь. Прям. София говорит, мам, ты что, волосы подрезала? Я говорю, нет, подрезала я их еще. Уже война была. Началась война. Ну, просто, когда они были без кератина, эту длину даже не видно было. Сейчас, знаете, такие они прям четкие. Четкие, девочки. Четкие волосы. Классные. Кто не делал кератин, советую, сделайте, вы не пожалеете. Как некоторые думают, это вредно для волос. Нет, вы их напитываете всем полезным, и они у вас такие напитанные. Вот как маску вот сделаете, ну маска раз-два смылась и все. Вот такой эффект. Ой. Я как Аня, Аня вчера видео смотрела. Аня там шампунью любовалась, балдела. Класс.
раз. Даже София только что зашла, говорит, мама, какие у тебя волосы красивые. С этой кармашкой под москитную сетку. Купили, у нас поломались под москитную сетку, ну, попересыхали от солнца все кармашки. И у мамы попересыхали. Вот уже не ездил, покупал. И держачки тоже для москитки поломались. У нас там где-то москитка на соплях висит. И кармашки, да? А кармашки нам и родителям? Да, ну, и нам. И нам, и нам. И ручку купил. Ты переживаешь, что у нас скоро поломается? Да, она же пластиковая, может пересохнуть и лопнуть. А, это железная, да? Дюраль. А как она? Вот так? Вот это удобная. А это как-то аж туда надо пальцами. Ну, ладно. Давай менять. Сейчас. Зачем? А у нас ни с того, ни с сего, как лупанул дождь. Гляньте, что творится. Поднялся ветер и дождь, хотя небо голубенькое и солнце только что светило. А ветер сильный, видите, деревья как колышет вообще. Девочки, вы меня спрашивали по поводу сырков бомбина. Это, да, сырочки, они в этом, вот такие. Шоколаде я уже показывала. Куда? И сколько тут штук? 14 штучек. Точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, и там 7, 14. Очень даже ничего. Вон мой куска. Тоже хочешь? София, что ты там бросила? Ну, он у меня так лежит. София скрипкой занимается. Не, Микки, такое тебе нельзя. Тебе можно просто творожок. Вкусные, девочки. Так, девочки, занимаюсь своими красавицами. Орхидейки поливаю. И это, сейчас листики надо им попротирать. Вы мне там писали в комментариях, что их водкой можно протирать. Да? Не знаю. Я такого не знаю. За водку не знаю. Просто водичкой протираю. Чистенько беру спонжик, водичку намочила и листики все протираю. Протираю. Девчонки. Так, села, будет удобнее. А то я задрала камеру, оно не видно. Ничего. Девочки. Там в комментариях спрашивали. Сразу в одном комментарии 3 вопроса. Почему я не делаю консервацию? Почему я не закрываю? Потому что не люблю. Или не, как же там было? Или потому что ленюсь. Или надеюсь на маму. Девочки, нет, на маму я не надеюсь, и я маму уже второй или третий год вообще говорю, мама, не надо ничего закрывать. Но она там уменьшила свои консервацию, свою, не знаю, в разы. Мы не едим, я уже много раз говорила. Но там, когда кто-то видит, если когда мы едим, но это бывает единицы. Вот есть люди, которые любят консервацию, огурцы, помидоры, все. Но мы можем открыть бутылек, съесть 1-2 огурца и все. Зачем мне закрывать ее? Мы не едим, ни Женя не любит. Ну, не знаю, но есть люди любят. Вот они и консервируют. Зачем я буду закрывать, если мы его не едим? Мама сколько раз говорила, я ничего больше закрывать не буду, никто это не ест. Я говорю, не закрывай. Мне в погребе, знаете, сколько еще стоит закрывачки, которая закрывалась давным-давно. И никто не хочет есть. Зачем мне закрывать? Пусть люди закрывают те, которые любят. Вот есть прям любят-прелюбят. Я же говорю, ну могу, ну один-два, ну помидор один съесть, все. Ну салатик бывает с помидоров, там мама вкусный закрывала когда, ну. Но если ее нет, мне она что есть, что ее нет. Ну, огурцы там для, например,
мясного салата для оливье, да? Так что мы его каждый день делаем. Он в магазине купил, пару огурцов сделал и забыл. Ну, закрывайте, я ж не против, девочки. Вы хозяйки, молодцы, а я не хозяйка, я не закрываю. Ну, вот, например, если бы я закрывала, что бы я, например, закрыла? Банку огурцов для оливье. Томат хорошо. Вот томат, да, томат хорошо. Перец. Ну, нравится. Но я съем же, говорю, один. И все, и дальше его есть не буду. Кто-то мне хочет. Так что вы молодцы, что вы закрываете. Компоты. Мы не пьем компоты. Вообще, я вам скажу, закрывачка, она, если взять, вот, по сути, она не очень полезна. Вот как правильно написали в комментариях. Вон, квашеную капусту можно сделать и поесть. Ну, это кто любит. Так что закрывайте, хозяйки. Ну, мы уже как-то обойдемся без той консервации. Я говорю, я к ней отношусь равнодушно. И зачем это покупать? Я должна купить, закрывать, чтобы вам показать, какая я хозяйка. Не, я не хозяйка, я вам признаюсь. Я консервацией не занимаюсь. Когда-то давно закрывала аджику. Было такое дело. Вкусное, кстати, было. Аджика. Но консервация не всем подходит. Не всем ее можно, девочки, есть. Вот у кого проблемы там... с желудком, она не всем не, ну, не подходит, мне будет плохо. Также и самые отквашенные капусты, я ее, ну, так, чуть-чуть могу съесть и все. Компоты эти все, мне от них изжога печет. Ну, что они мне надо? Нет. На маму не надеюсь. Я, наоборот, маму прошу, чтобы она... этим делом не занималась. Она там что-то все равно закрывает. Она говорит, я не могу. Говорит, мне надо что-то закрыть. Ну, там так, по чуть-чуть. Но чтобы не покупать там, если свои яблоки, она говорит, а мне жалко, они типа пропадут. Там варенье, говорит, повидло сделаю. Вот так. Огурцы их туда передал, там родственники. Она говорит, да ладно, говорит, закрою. Ну, так, по чуть-чуть. Раньше, когда я с мамой жила, мы много закрывали. В летней кухне стояли там, то печку топишь. Сейчас. И она уже в летней кухне, уже все, она тоже, она говорит, не хочу. Так что, если бы мы любили, и у меня муж бы с удовольствием ел. Вот у Эллы, например, Паша, он обожает консервацию. Вот. А если... Жене все равно, он ее есть тоже не будет. И потом ты открываешь банку и говоришь, ешь, стоит в холодильнике, оно пропадает. А никто его есть не хочет. И мне жалко, потом оно стоит, пропало. Его надо выбрасывать. А, ну, зачем? Кто-то старался, трудился. Так что лучше не начинать. Так, вот эта орхидея, вот это дикий кот, мне... Мне листья не нравятся. Такие девочки они. Ну, вверху ничего, а нижние их очень много. И они такие... Ну, ее пересаживать, я смотрю, надо. Мне надо пересадить. Купить земельки и пересадить. Ну, не земельки вот этой коры, чем она там. Хотя Аня последний раз какую-то покупала. Она говорит, не кора была, а что-то какое-то другое наполнение. Она говорит, мне так понравилось. А тут листья под низом, я даже не знаю, их смысл протирать, они вот такие пожухлые все. И тут сильно суховатые. Да, ее надо пересадить поглубже. Ну, чтобы она не пропала, жалко. Она такая труженица и цветет. Красотка. Просто красотка. Вот смотрю, уже тут почечка набухла. Наверное, еще выпустит. Вот уже трудяшка. Трудяшка. Потом, что мне еще писали, девочки? А, под ужин, что нам не хватает? По 5 капель, девочки.
У нас, когда началась война, с первого дня войны, у нас в городе не продают спиртные напитки. У нас это табу, запрещено. Я не знаю, почему во всех городах Украины все продается. Ну, я же была и в Полтаве, и в Кременчуге, в магазинах. Там продается все. У нас нет ничего. У нас даже нельзя пиво. Даже пива нет. У нас ничего не продается. Сухой закон. Сухой закон. И провозить запрещено. Если тебе на блокпосту попешат, то, что ты все провез, все это выльют. Нельзя. Я не знаю, почему так. Именно наша область. Днепропетровская. Пожалуйста, без проблем. Есть магазины, все есть, везде есть. А в Донецкой области ничего не продают. Уже давным-давно. Вот так. Сухой закон. Сухой закон. Ой, не падай, не падай. Да. Вот это что, идти в магазин, купить земельку. Эти. Ладно, сейчас пойду. Я вчера хотела, а вчера был выходной. Сегодня, наверное, пойду. Сейчас пойду, схожу и, наверное, пересажу ее. Чтобы ее не мучать. Правильно? Надо ее спасти. Сейчас я другие все попротираю. Вот моя красавица. Красавицы мои. Пообставлялась красавицами. Сейчас пойду схожу. Повытираю листья и пойду схожу. Не знаю, может Микки что-нибудь взять. Вы же мне написали, вот помните про этот, про домик. Да, она не будет спать в домике. Если я в то место поставлю, ей домик куплю. Ну, домик, если будет стоять, может быть, на диване. Ну, на диване он, то домик не очень. Спать она не будет там. Все равно она спит с нами. И сейчас она пришла, вот все, она рядом возле меня лежит. Куда мама, туда и она. А, еще знаете, что, девочки, смотрела? Стойку для одежды. Помните, я вам уже рассказывала. Нашла я, да, в интернете, посмотрела. Там, где у нас стояла коляска, было очень удобно. Придешь... Например, выбежал в магазин, там, да, платье надел, пришел, ну, сколько ты там в нем походил тут рядом, 5-10 минут, ну, ты же уже в нем походил, уже в шифонер, как бы, его неохота пихать, ну уже оно, не, можно сказать, не свежее, ну, пусть оно не грязное, все равно. И начинается накидывание на стулья, ну, вот. А когда стояла там коляска, и там ручка так была высоко, зашел сразу с краешку, раз, повесил. И оно вроде так и не видно, и стул вот этот свободный. А так сейчас все на стул, на стул. И надо вот эту стойку, она мне очень понравилась, напольная. Надо, наверное, заказать. Сейчас заказать, сейчас начнется. Я не пойму, у нас новая почта работает. И уже и на отправку, ну, на доставку начала работать, потом уже и на отправку. Ну, бывают такие, конечно, магазины, когда адрес указываешь, и они говорят, мы в вашу область не отправляем. Думаю, ну, почта же работает, вы же видите. Как-то логистика непонятно работает. Так, все тогда, ладно, пошла я в магазин. Сейчас допротираю остальные. Невеста, невеста, иди сюда, невеста. Да, девочки, вот это ж... Картоночка, она снимается, и все красиво. Невеста так красиво на окне стоит, смотрится. Красотка, красотки мои. Все, пошла я, попересаживаю. Ну, не буду уже вам снимать, наверное. Что снимать? Как цветы пересаживать, это никому не интересно. Кому-то не интересно, что я болтаю с вами, не интересно. А кому-то интересно. А вы там что-нибудь готовите и слушаете, и вам не скучно, и хорошо. Правильно? Все тогда, все. Всем пока. Побежала я в магазин.